А сейчас мы с вами отправимся в Таиланд и сможем увидеть события, знаменательные для всех православных этой страны. Посещение ее королевским высочеством принцессой Таиланда Маха Чакри Сиринкдон Свято-Николаевского собора в Бангкоке. И вот что говорится об этом на официальном сайте патриаршего благочиния в Таиланде. В прошлом месяце ее королевское высочество, принцесса Таиланда Маха Чакри Сиринкдон, посетила Свято-Николаевский собор в Бангкоке, где присутствовала за богослужением, ознакомилась с православными святынями храма. Еще на подъезде кортежа к храму ее королевское высочество была встречена колокольным звоном и пением тропаря святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мирликийских, небесному покровителю православных верующих в королевстве. Вместе с ее королевским высочеством, принцессой Таиланда Маха Чакри Сиринкдон, Свято-Николаевский собор посетили курсанты Королевской военной академии, из стен которой вышло немало представителей военной элиты Таиланда, высокие военные и полицейские чины, представители таиландской аристократии. Перед началом богослужения хор Свято-Николаевского собора под управлением регента Вадима Маршалковского исполнил королевский гимн Таиланда, после чего протоиерей Даниил Ванна кратко ознакомил ее королевское высочество и всех присутствующих с историей и современным положением православия в Таиланде. Ее королевское высочество лично зажгла свечи перед главными святынями храма, после чего духовенством была совершена Великая Вечерня. По завершении богослужения ее королевское высочество преподнесла архимандриту Олегу Черепанину памятный сувенир, а архимандрит Олег, в свою очередь, от имени Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передал ее королевскому высочеству живописную икону святых царственных страстотерпцев и пару ювелирных подсвечников, изготовленных в России. Состоялась общая фотосессия, после чего под звон колоколов и пение многолетия ее королевское высочество покинуло собор. При прощании ее королевское высочество принцесса Таиланда Маха Чакри Сиринкдон отметила прекрасное пение соборного хора, художественное исполнение росписей храма и красоту церковного звона. Друзья, ну вот такая новость из Таиланда.